Всем привет, мои дорогие друзья. Так, одну вещь забыл. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова Висмор. И сегодня мы с вами продолжим проходить Dead Space. Я вижу, вам в комментариях прям очень понравилась музыка. Мне тоже она на самом деле безумно понравилась. И что самое-самое смешное, она находится в бесплатной библиотеке музыки Ютуба. И серьезно, я туда особо не залезал, не думал, что там что-то такое найдется, но тем не менее там есть даже вот такой жанр, и мне это очень понравилось, но искать там надо достаточно долго, музыки там просто дохренища, и вот необходимые треки, скажем так, нужно достаточно долго искать. Собственно, ребят, давайте еще раз со всеми поздороваюсь. Привет, Алекс Котов, привет, Виктор Нечаев, привет, Лекс, привет, Гриша, привет, Нехан, привет, Лекс, извини, если... А, по-моему, с тобой здоровался, но все равно еще раз привет. Привет, Аня, добро пожаловать. Али Рамазанов, я тебя тоже до этого в комментариях видел, тоже привет. Вот. И извините, если кого-то не упомянул, потому что я... А, Фредди, привет. Давно тебя, кстати, тоже не видел. Да, бесплатная библиотека музыки Ютуба. Есть такое счастье. Притом, очень и очень хорош, что как вот в принципе оказывается. Там, правда, действительно нужно сидеть и подбирать определенные треки. Потому что в большинстве своем они не ахти какие. То есть там, в принципе, они такие больше ситуативные, но в принципе в них... Можно найти что-то интересное. Сейчас я там потихонечку буду запускать. Dead Space я его забыл запустить. Игру потише. Картиночку убираем. Замечательно. Поздравляю, Фредди. Ой, боже. Внезапная Маша. Приветствую. Тебя не слышно. Само внезапности говорю. Ню-ню-ню-ню. Что меня не слышно? Гриша, привет! Слушайте, ребят, если вы устроите опять пента-Гришу на стриме, это будет просто мем новый. Пента-Гриша? Значит, рассказывал вот тогда в конференции. Да, да, да. Пента-Гриша был. Ультра-Гриша. Ну, ультра-Гриша, к сожалению, не появился, но пента-Гриша был. Да, Фредди, я выздоровел, спасибо, что поинтересовался. Отметили, что я сегодня замечательно выгляжу. Чё, кто, кого? Где Ой, Маша? А? В комментариях. Кто спрашивает, где я? А, где Маша? Где Маша? Где-то там, наверное. У меня там окно, наверное, она там где-то. Я не уверен. Почему же я почему-то не доступна? Я не знаю, где еще. Посмотрим, можно ли это обойти. Я в окне. Вот так вот, ребят. Не, ну я хотя бы помещаюсь в окно, это уже мне льстит. Вот если бы я не вмещалась в окно, это был бы уже вопрос. Да фиг ли ты не... Так, нет, слушай, тебя очень плохо слышно. Давай-ка я... Ты заебала, чё меня так плохо слышно? Не ругайся, это из-за игры тебя так... Плохо слышно. А-а-а. Плохая игра, это-то. Не, на самом деле, Dead Space хорошая игра. Я сама ее и предложила. Да, Дед под Спайсом. Да, Дед под Спайсом. Да-да-да-да-да-да, не съешь меня. Аппетит. Спасибо. Да что такое-то? Говорят, у тебя нечто за спиной. А, ты ж с вебкой, ничего себе. Я ж теперь всегда с вебкой. Надо и мне подтягиваться, слушай. Лекс, у тебя очень забавная шутка. Только смотри, Маша может не оценить ее. Не, я не оценила. Так, давайте я еще попробую, потому что, по-моему, нифига не убавилось. А, да, потому что я не принял изменения, я молодец. Изменял настройки, а не принял. Да, ну, блин. Я думал, они сохраняются. Ну, так это же игра, как у тебя. Ну, все равно.
расслабился, привык к комфорту, что все само сохраняется, все само делается. Что машина становится умнее тебя. Фредди, я не причесался, я просто... Я все время был с хвостом, так-то. Вот, а сегодня просто решил без хвоста и волосы распустил. О, а я сегодня с хвостом как раз. Хи-хи-хи, ну тебя-то не видно. Не, ну это можно исправить, и все вы. Ну, для этого нужно лезть в скайп, все дела. Это сложно. Как спросит у меня батя? Сейчас, погоди, я тут со всеми разберусь. Потому что, по-моему, судя по всему, все равно это тебя плохо слышно. Ну, даже не знаю, может, ты просто слишком громко разговариваешь. Не, да не я, это говорю про этот самый... Про игру. Дядя Спайс, дядя Спайс. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот. Ну да, смотри, там меня тоже просят погромить. Не ври мне. Такой вот. Дядя Спайс не хочет, чтобы я с вами разговаривала, видите? Вот так, ребят, получше, проверьте там. Да, вот проверьте. А, у Харви Дента не было двух хвостиков, Ликс. Сторм Рэйдж, привет. Он совсем рехнулся. Вызовите охрану! Какая-то фигня в воздухе висела, непонятно. Ну я вижу, там отмена в воздухе висит. Но это другое уже. Иди ко мне, мой полупроводничок. А, так, вроде стало нормально, да, ребят? Ну вы скажите там, насколько ну, хорошо там, стало. Ну там, говорят, чтоб я орала. Конечно, могу поорать, но... Ну, не, орать не надо. Мама не оценит. Все еще говорят, еле слышен, до какого буя? Сейчас еще сделаю тише. Да нет, я послушала, вроде нормально. Но я, тем не менее, эффекты еще ниже сделал. Ох, ё. У Фредди Фазбера предзаказ Battlefront'а. А у нас... А у нас ничего. Ну, Ян не способствует, все, нету ничего. Да, все, нету ничего. Вообще. Ну, я ладно, не знаю. Хоть на Игромир попадешь. Ну ладно, хоть на Игромир попаду, да. Вот я как раз вот поеду уже послезавтра на поезде в 7 утра в Москву. Вот, кто там хочет, может поймать меня на Игромире в ну, в четверг, пятницу и субботу я буду. Такие вот дела. О, да, а сейчас... Воскресенье я уже решила не суваться, хотя, блин, МС придет в воскресенье в 3 часа сдавать автографы, и меня начало бомбить. Вот. Именно в тот день, когда я не приду, решил прийти НС. И меня бомбануло. Могу персонально для Ильи пояснить, что это вот такой комментатор, игрок. Экс-игрок, больше комментатор-аналитик. Ну, крутой чувак. Я верю. Просто у меня то место, в котором я сейчас нахожусь, оно жутко напоминает, скажем, то, что я когда-то давным-давно видел, и, возможно, мне где-то в скором времени понадобится спасать мою мертвую подружку. Валера Логинов, приветствую тебя, добро пожаловать на стрим. Мертвую Спасибо подружку? За... Да, ты что, не помнишь? Исмар, не бей монстров, они Машу заглушают. Во, вот она. Это действительно ты. Мне просто сначала послышалась мертвую подушку. Кажется, прошло столько времени. Но я помогу тебе. Пошли со мной. Не, Фредди, меня на Игромире не будет, к сожалению, по причине того, что я работаю. С работы меня не отпустили, на работе у меня одна большая жопа. Что поделать? Тише звук именно персонажа. Да вроде ты имеешь в виду по типу все эффекты, еще что-нибудь такое. Они вроде стоят. Я могу теоретически еще поправить звук голоса, но я не знаю. Тогда мы диалоги можем не услышать вообще нифига. Там есть. Ой, боже. Не надо так близко к микрофону, пожалуйста. Да я, в принципе, так же, как и была.
Но это было внезапно. Маяк, что ты ищешь здесь рядом на складе? Ну я ж говорю, я сама внезапность неожиданности вообще шила в задницу. Виктор, эффекты и так вообще в жопе висят, если честно, по громкости. Айзек, не дебились. Не надо так, Фредди. Не надо, Фредди, так. Зря ты так с ним. О, опять у людей качество скочит. Но, слушайте, ребят, это проблема Ютуба. Либо интернета. Как висит и норм. Не знаю. Да вроде бы и у меня даже нормально. Он там открыт соседним окном. Я вроде бы все вижу. Валер, я вижу это, что нужно защищать. Я уж ее защищаю спокойненько. И промазал. Попал. Они патронов, видный... зараза, не дают. А, не, дают, дают. Каркать. Ой, ё, как ты там выскочил. Там задержка идет и это, блин. Я, кстати, в первый спейс не особо-то играла. Я там до конца так и не прошла, на самом деле. Не знаю, как это случилось. Во второй я не до конца прошла. Ведь там вообще на начале остановилась и... Ну, я думаю, мы постепенно... Боже, боже, что тут происходит вообще? Я убил, не убил? Ну, кажется, убил. Харлем Шейк какой-то у тебя там. Не говори, тут просто такая гора трупов на ней. Они там все друг друга подвинули в нее прямо. Там Гриша, короче, спрашивал про вот эту блондинку. Это что, его девушка что-то пропустил, пока ходил за салатиком? И Котов молодец ответил, это Маша же. Нет, это не Маша. Ну, ты да, это его девушка. Да. Патрончики. Немножко не о том люди подумали. Совсем не о том люди подумали. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел моё. Перейди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитал траекторию запуска. Защитный костюм, схема. Если мы пихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал? Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Ты бы свое лицо просто видел. Ребят, запомните тайминг. Запомните тайминг просто это. Там есть что-нибудь полезное, нет? Еще? А, там что-то есть. Нет, это не то. Ну-ка, я вижу что-то... Да, ну нафиг у тебя стазисная батарея. Да, Гриша, она дохлая, и это элемент мистики. Там в третьей части вообще Айзека штырила не по-детски. Там просто его настолько штырило вообще. Ну, помню, когда проходила, я как раз допрошла до первых тихого галлюцинации, это жестко как-то. Ну, там на самом деле все-таки куда интереснее вдвоем проходить, там потому что разные глюки у обоих. Ого. Да. Ну да, я что-то про это смотрела, когда только вышел этот третий спейс, но я так и не прошла его. Вот. Потому что никто не заботил его со мной проходить. Вот. Тик. На Алекс, ну откуда полез? Не думаю, что ты. Ну, у меня работает все. Не знаю. Может попробовать через браузер другой, попробовать через Explorer. А вот все работает. Ну, вообще, на самом деле, это один из вариантов. Как бы не ругали Internet Explorer, но, тем не менее, он могёт. Иногда. Хулизен, привет. Да. С возвращением... О, нет, ты ж первый. Сегодня впервые будет, так что внимание, добро пожаловать. Не снимайте защитный костюм в среде класса А. Ты что-то пропустил. Он у нас уже давно. А вот Илья меня всегда отчитывает, что я не запоминаю подписчиков по именам, а В смысле? В прямом. Где, кого я это забыл? Не запомнил Курюзена. С чего бы не запомнил? Я про то, что он впервые сегодня пришел. А не то, что я его забыл. Как я его могу... Оправдывайся теперь. Все. Думал, ты труп. Оставайся трупом.
Не буду. А ты не была трупом. А тебе откуда знать? Ты ж не знаешь всю мою биографию. Никорлов, добро пожаловать на стрим. Тебя как раз попросили с тобой поздороваться. Вы уж простите, я думал, Маша меня там все-таки будет как-то дергать по комментариям. Ну, придется, видимо, и самому читать тоже. А Нел оформил третий мертвый пробел благодаря SimCity. Тут он сообщение. Видимо, там акция была какая. Говорит Темпл, я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Ох, ёпта. Здоровяк, здоровяк, веди. Здоровяк. Вера, видео не глючит. Видимо, у тебя глючит. Попробуй открыть Internet Explorer. Лучший браузер в мире. Нет, еще лучше Амига будет. Угу. Ребят, попробуйте как вариант просто перезагрузить страничку, переоткрыть браузер. Что там еще может быть? Перезагрузить компьютер, перезагрузить роутер, ну и там... Ну, все вообще, полу... на самом деле, много таких действительно вариантов, и каждый из них может помочь. А может быть еще и вариант с тем, что что-то у вашего провайдера какая-то беда. Просто вспоминается сериал «Айтишники», и там как раз, когда снимают трубку из тиходела, они сразу спрашивают, вы пробовали выключить и включить? Как правило, это все-таки помогает в большинстве случаев проблем. Во всяком случае, я с ними так и борюсь. Я просто что-то выключаю, а потом включаю. Мне нравится вариант попробовать выйти и войти в матрицу. Гриша предложил. Матрица, да. Но это надо для Нео предложить, он фанат матрицы. Ну, я тоже люблю матрицу, но мне пока не надо, мне ненормально живется. А, ну вот Нео говорит, что там была акция, как... Илью отвлекли. Ты меня оставил, чтобы меня слышно было хоть, а? Там дождь! И что? Да, дождя не было с начала сентября. Ну не сначала, ладно, я немножко вру, но недели 2-3 не было дождя. Тут дождь. У нас вообще под тридцатник температура была, тут дождь. А, ну у вас дошел этот циклон. У нас вчера, короче, шел такой дождь. Я, короче, вышла на улицу, и я подумала, что я не в Смоленске, а в Венеции, мать его. Потому что вместо дорог была река. Просто по всему городу река. Не, Фредди, у меня нету, к сожалению, кота. Я вообще про животных-то рассказывал, про своих. Повторять, наверное, не буду, но скажу, что у меня был и кот, у меня был и пес, но сейчас у меня нет никого, к сожалению. Вот так вот. Так, парень сдох? Вроде сдох. У меня патронов, что ли, нету, блин? Все печально. Так, давайте зачитаем. Журнал рудной платформы. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Бой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы подтягивали, вырвался из силового луча и столкнулся со стеной. Но человека погибло, астероид разлетелся на мелкие куски, которые сейчас летают по всему отсеку. Пока мы не уберем эти осколки, гравитацию включить не удастся, а значит нам не добраться до главного ключа. Дабы не помешала тут помощь техников. Ну, естественно, тут появляется Айзек. Все как всегда. И тут магазинчик. Сейчас, может, у нас появится новый левел. Айзек Стронг. Айзек Стронг. Ох, слушайте, я вот немножечко даже поражаюсь, почему звук периодически отрубается. Это очень странно. Вырубается звук? Ну, где? На самом деле, это не у одного человека было такое. Ну, не знаю, я без звука смотрю, иначе бы у меня вообще трэш происходил бы. 35 тысяч, охренеть. Надо что-то напродавать. Так.
Ну, Тали говорит, что у них тоже был такой же дождь. У Гриши перманентно с начала сентября морось, дождь, ливень. Ну, это да, это Питер. Вот. Ну, это дождь из Москвы пошел, потому что он до нас был в Москве, а потом пришел, видимо, в Смоленск, пошел уже куда-то туда. К Илье. По всем прошелся. Вот, Лекс, я вот очень хотела посмотреть на кровавую луну, потому что она еще совпала с суперлунием в этом году. Это когда луна подходит максимально близко к Земле. Я поставила сегодня будильничек на 5 утра, просыпаюсь. А на улице дождь, и все небо затянуто тучами. И меня очень бомбило. Очень бомбило. Я очень долго ждала эту... Это суперлунное затмение, как его назвали. Ну, я зафейлилась, в общем говоря. И немножко не по своей вине, к сожалению. Привет, Дарк. Добро пожаловать на стрим. Рад тебя видеть. Вот Илья, наверное, мог видеть. Нет, я не видел. Ну, она была в 4-5 утра, и видно только со стороны родителей, а к ним в комнату мне тяпать как-то не очень весело. Ох, ну, я думала выйти надо. Вообще на улицу поснимать, но, блин, дождь решил, что ему надо идти именно в промежуток с 4 до 6 утра. Я такая, хе-хей! Ах. Нет, Дарк Райдер, это не урок астрономии. Всего лишь... Рассказ о том, что такое суперлуния, это еще не урок астрономии. Что за ведро с дырками? Это шлем Айзека. Что не так? Ведро с дырками. Да, он там правильно, Гриша пишет. Больше стальных полосочек, богу стальных полосочек. Да, больше полосок. Да, в смысле нет звука? Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Звук но есть? Ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Илья? Да, я здесь. Потерялся. Я не потерял. Ой, боже, труп, уйди отсюда. Аномалия уничтожена. Так, кто, где, кого, где, зачем появился? Вот. Там эти... Отрубимся, что мы ладненько. Я не знаю, что делать, а ты эксплорер пробовал? Ну то он говорит, что у него каждые 5-10 минут видео отваливается, вот перекашу мне не знаю. Где, кто, кого, зачем, какая скотина? Слышишь, Алекс, ты много тут пожелаешь. Айзек ведроголовый. Как тебе это? То, что он ведроголовый, это все знают. Да на тебе. Ничего, что тебе там пулемет? Я зря. О, ядрен потом. Да, спит он все прекрасно, просто у меня на этой неделе особо не было времени, потому что в субботу у нас был день города, и во-первых, мне все-таки хотелось бы куда-нибудь сходить, и тем более на улице было слишком шумно, и окна были спасли. Вот, а завтра я не смогу его постримить по причине того, что у меня в среду в 7 утра уже поезд, ребят. И как-то перед поездом не хочется все-таки стримить, потому что хочется выспаться и в поезде следить за вещами. То я приеду, у меня не будет ни фотоаппарата, ни денег, ничего. Дарк, я не могу порой даже поснимать что-то, посидеть там полчаса. Именно поснимать, там, не говоря уж про то, чтобы даже для себя почитать. Из-за моего жесткого расписания. А ты меня спрашиваешь про то, чтобы прочитать «Хранителей». Я на 80 какой-то там страницы, это я за один приход туда дошел. Но дальше, увы, пока не читал. От этого очень-очень жаль. Хранители хорошие, мне очень понравились. Я вот хочу... На Игромире там будут продаваться комиксы с Бэтсом. Наконец-то! Ну, точнее, на Комик-Коне, потому что на прошлом Комик-Коне я их просто не нашла. Я нашла там стопку российских комиксов. Вот, и...
Там будет продаваться серия судасов. Две книжечки. Правда, каждая по 700 рублей, но... Хочется. Буду экономить на еде. Иди сюда, камушек. Да, Али, я это попробую силового резака их фигарить. Но мне просто не хотелось тратить патроны пока. Блин, фиг. Алекс, Илья на работе работает. Понимаешь? На работу носить книгу? Ну, Алекс, слушай, просто фигня в том, что как бы я, во-первых, не только на работе в течение дня, я еще нахожусь и на учебе, и вот эту вот килограмма 3-5 книгу таскать с собой в рюкзаке, мотаться по городу, как бы не весело. Да и к тому же, Маша, в принципе, правильно сказала, то, что на работе сидеть и читать вот эту здоровенную фигнюлину не очень весело. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Killing Joke там вроде в списке не было в том, что будет продаваться. Я сейчас даже посмотрю. Потому что я его не видела. Я обратила внимание только на соцсов. Год первый. И что-то еще там было. Ну там Лига справедливости, Красный сын. Что-то еще там было. Если даже открою список поищу. Вот. Так, Сэндмен будет весь. Бэтмен зимний фильм, Госпринтвейши. Тихо, ну тихо, у меня уже есть. Враги общества, Красный сын, вот первый, лечебница Арка, все звезды Супермен. Вы, значит, Венедетта, Хранители. Валера, сейчас кину, погоди. А, вот три части Супермена, Земля 1. Сейчас сделаем. Ну и все там такого. Поэтому там, к сожалению, вот Killing Joke не будет. Это же все-таки от 1С Интерес, они вроде Killing Joke даже не переводили. Такие вот дела. У меня тут какой-то спамер объявился просто в комментариях. Так, не увидела. Да, не, в комментариях к видео. К одному, не обращай внимания. Я тут просто так, пока плейлист была... на... DLC к Bioshock Infinite. Сейчас, погоди. Сейчас я удалю тогда. Ну, там раздача на ключи и еще что-то такое. Видишь, наверное. Угу. Сейчас я покараю этого засранца. Так, собственно, вот первая ссылка это на первый эпизод. Вот вторая ссылка это на второй эпизод. На плейлисты прямо. Так что, я думаю, ты будешь доволен. Ладно, я удалил комментарий этого парня. Угу. Фиг бы с ним. Продолжаем. Нео, да, Killing Joke есть только пиратский перевод, я вот поэтому его и нет в продаже. Потому что официального перевода так и не сделали. У меня еще есть книжечка Black Mirror, тоже Бэтмен, да? Но мне ее даже мой друг нашел американский продавец. Вот она вся на английском, с американским штрих-кодом, вообще шикарная вещь. И хоть она и в мягком переплете, она весьма удобно хранится. Но вот все эти 1С интересы они делают в твердом переплете, и из-за этого завышают ценник до 700 ксаря. Рублик. Да в смысле, ребят, звук отстает? Да не должен отставать. У меня не отстает, у Маши не отстает, по-моему, ни у кого не отстает почти. Ребят, проверяйте у себя драйверы звуковые, потому что, по-моему, проблема именно с этим. Да нет, не отстает. Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Сергей, привет. Похоже, все началось после выбора планеты. Да.
У Дарка тоже звук иногда пропадает. Слушайте, ребят, может это все-таки некий баг самого Ютуба. Потому что... Ну вот у меня не пропадает, у Маши не пропадает, у многих тоже не пропадает. Наверное, все-таки Ютуб шалит. Может, драйверы нужно обновить звуковые, фиг его знает. Что у меня есть-то из-за этого? Не, у меня все нормально, я тут периодически проверяю, и не. Ютуб шалит. Мне нравится комментарий, выстрелили, обновитесь. Ютуб стронг. Так, мне не нравится, что сейчас происходит. Тебе не трудно проходить на сложно? Да вот что-то как-то нет. Ну, первый Dead Space, он не жесткий такой. На сложном уровне. Я помню, там больше половины прошла, и как-то ничего так было. Ну, там в самом начале из-за нехватки патронов беда была, если честно. Вот, а сейчас вполне себе спокойненько. Ну, я так привыкла к нехватке патронов, что... Да нет, вообще в целом. Не, вначале просто их вообще не было. Если там смотрела первую часть, самую первую часть, то там патронов вообще не было. Мне там от них приходилось в большей степени убегать там и прочее счастье утворять. Не, первую часть не смотрела, у меня сейчас говорю, времени особо нет. Ну, я просто говорю. Я даже знаю, что кто-то последний раз пропускал. Ну, типа так. Когда я там тут запускала? Steam, запустись. Я даже новое обновление еще не скачала. Я Доту последний раз запускала в четверг, ребят. Как я еще жива? Лекс, на самом деле спасибо, что смотришь рекламу. Это очень приятно. По причине того, что маленькая денежка, но от этого капает. А вам, в принципе, это не сильно много чего стоит. Да, кстати, тогда уж можно сказать, ребят, по возможности отключайте этот блок, если смотрите какие-то видео на канале. То есть я понимаю, что кого-то может раздражать какая-то странная реклама. Я открыла доступ, но... к лифту на рудную платформу. В любом там случае, это было. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Я не знаю, у меня она вечно выскакивает. Какой смысл на рекламу пускать в Ютубе? Вот. Замки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить. Совсем отбивает желание смотреть видео дальше. Я не понял, куда мне нужно идти, блин. Пока ты говорила. Dark Rider, ты лез про Барбару? Так оно ж еще не вышло. На ПК же, я ж на ПК прохожу. Я ж лошпетник. Вот. Поэтому, что поделать? И еще DLS «Женщина-кошка» выйдет только на плойке. И поэтому его, наверное, я будет проходить. Если у него будет. Будешь брать DLS-ку? Хьётерный! Не-н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 е! Не-не-не, не буду DLS-кошкой брать! А сам тут DLS-ка! Тут не для того, это DLS с Бэтменом. Вот так вот. Ага, еще одного вижу. Давай-давай, ползи сюда. Ты вот этих трех чувачков испугался, ну четырех. И там 6 или 7. Ну какая разница? И вправду. Мелочи же вообще. Да вообще. Тебя тут спрашивают, играл ли ты в WoT? WoT нет, к сожалению, я не играл. Я небольшой фанат таких игр. Я вообще на самом деле, если совсем честно говорить, в последнее время... Вообще не очень люблю всякие сессионные игры. По банальной такой причине, то что они не меняются. То есть, в принципе, с друзьями в них играть весело, я не отрицаю. А вот именно для себя играть, мне в последнее время настолько это уже все надоело, одно и то же. Управляющий второй инженер Дома. Еще раз, Фредди, Дома. Меня так назовешь, я тебя в банк кину. Просто предупреждение. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать даже... Ура, култяпки! Пожалуйста, пишет в комментариях. Я вижу. И детям, что я люблю их. По-моему, это самое веселое в Dead Space. Во всех Dead Space. И еще.
уходи. Тут сцена такая. Ну, не сцена, но, по крайней мере, звучало. Пока, Фредди, удачи тебе. Подергался, и у него из спины что-то, кровь какая-то полилась. Но там не Айзек подергался, это ребятки на него насели там. Алекс спрашивает, блин, Висмар, ты когда уже экс-анима Steam допилишь? Ютуб резко сноуныл. А, стрим? Ну, суть-то в том, что, в принципе-то, теоретически можно сделать. Но вопрос, это нужно иметь мощный сервер, первое. Во-вторых, с широким интернет-каналом, чтобы все подобное делать. А денег на это нету, естественно. Поэтому, увы, вряд ли этим когда-то займусь, если честно. Ой, у тебя еще там белое окошко на вебке выскочило. Вау. Гриша, ну знаешь, можно сказать, что и шахматы — это набрасно дозеватая игра. Вот. Так что, в принципе, можно сказать, что любая стратегия... Ух, ё! Набрасно дозеватая. Поэтому... Тут такое, знаешь, палка о двух концах. Сюда. Виктор Нечаев. Не только дотка на любителя игра, в принципе, все игры на любителя, потому что я не понимаю, чего все так к этой доте привязываются, и все такие, дота, там, скучно, однообразно, там, на любителя. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. В чем проблема? Мне, например, не нравятся там всякие аутласты, потому что я нахожу их скучными и однообразными. Ну, аутласт, именно просто аутласт, да, такой, я уже даже... неоднократно упоминал, что в целом первый Outlast — это симулятор бега и перепрыгивания через столы. Амнезия даже первая тупо интереснее была, хотя я ее тоже хоррором не нахожу на самом деле. Ну, она клевая. Там, если именно атмосферно проходить, стараться там вот это все прятаться, читать все это, там представлять в голове, это офигенный хоррор. Я все читала, я даже нашла там сколько, 3 концовки, да, всего, или сколько там было? Вот, и там несколько концовок. Одно это но... голову закинуть, одну сломать все, другую его отпустить. Да-да-да-да. И, по-моему, там есть еще что-то. Четвертое связано с шариком, что ли, этим, я не помню уже. Ну да-да-да, там что-то такое было, и... Я не знаю, ну... Каждому свое. Вот я, например, просто люблю зайти там попинать... Как бы везде все по-своему. В шахматах логику развиваешь, конечно. В любых стратегиях, в принципе, логику развиваешь. Просто что дота не для этого придумалась. Вообще в целом. Придумалась, во что ее превратили. Вот. Вообще в целом, если говорить по чесноку, то вообще. Так, это я зря или нет? А нет, все нормально. Но меня чуть не раздавило. В общем, я к чему? То, что в целом все сессионные игры, они хороши тем, что в них интересно играть с кем-то и вот просто на пару дней, вечеров заходить. То есть вот как-то такое вот. А не так, что все время играть. Ну да, там нет смысла. И там вот нет смысла. Лично я не очень вообще понимаю, откуда такой бум пошел вот этого всего. То есть вот я помню, когда Dota только появилась, я помню первые версии. Еще просто до ужаса страшные во всех планах, какие только могут быть. Вот. Но народ же играл, было в принципе весело тогда, но народ именно и занимался тем, что там разочек-два зайти вечерком. Ну да, я тоже обычно предпочитаю в пул компании зайти там. Пройтись и все, как бы. Хотя у меня есть знакомые, которые, там, я не знаю, за... Ну, с весны поднял 1400 ММР где-то. Ну, он просто сидит, не вылезая с нее, и это как-то жестко. А потом он еще жалуется, что вот, у меня нет девушки. Так, мы тут немножко заговорились, тут был вопрос про сайт. Ребят, я на самом деле стараюсь периодически что-то там подумать, что-то пописать, но вопрос в том, что... есть два, по сути, варианта. Ну, даже три, я бы сказал. Первый вариант — взять стандартную CMS, вот, и через нее все делать. Вот. Но в таком случае она достаточно тяжеловесная получится, первая.
ну, мне чисто как программисту не нравится, и там нужно более-менее нормальное железо для того, чтобы он симпатично работал. Вот, это первый вариант. Второй вариант, саморучно что-то писать на Sharp, на Python, на том же PHP и так далее. Но мне эти языки не сильно нравятся, и плюс там опять-таки получается, что мне нужно опять сидеть, что-то изучать, куча всяких манов чисто по библиотекам. Это, то есть, не знаю, это ужасно на самом деле, я не люблю читать кучу манов для того, чтобы написать какую-то вещь, для того, чтобы мне просто это разжевали и положили в рот, это не круто, это неинтересно, и в большинстве случаев, которые я перечислил в плане языков, производительность будет не сильно выше. Вот. А я хочу попробовать написать все полностью с нуля на плюсах. Это извращение жуткое, но мне это интересно. Вот. Но таким образом я смогу написать абсолютно все, что мне хочется и как я это хочу. Вот. Но в любом случае, для любого из трех случаев нужно время. Для первого случая его нужно меньше. Я могу, в принципе, что-то там более-менее нормальное сделать даже за недельку, если не меньше. Но вопрос в том, насколько оно будет авторский, насколько оно будет интересно мне и вам. Вот. А другие варианты, они занимают немерено времени, которого у меня просто нет. Если уж на то пошло, ребят, я встаю в 7 утра, к 9 ползу на работу. В течение рабочего дня я уезжаю часа на 4 еще, или даже на 5, на учебу. Оттуда возвращаюсь потом на работу. И часам к 8, к половине 9 я возвращаюсь домой. 3 дня в неделю у меня идут стримы в 9 часов вечера, 2 часа подряд минимум. И у меня остаются выходные, и то тоже не полностью, потому что суббота у меня полностью рабочий день, после которого я на несколько часов к девушке уезжаю, потому что хоть я с ней и учусь, но тем не менее побыть с ней как бы хочется. И воскресенье остается, которое я тоже с ней провожу. У меня нету просто времени так, чтобы сидеть и прям делать. Поэтому вы уж простите то, что и прохождений не так много, и то, что какие-то другие проекты, которые бы я бы с удовольствием начал делать, их, ну, нету сейчас. Просто по причине того, что у меня нету времени абсолютно. У меня дома не бывает. Я прихожу домой просто ночевать, и все. И то я жертвую сном ради того, чтобы для вас поснимать немножечко серии прохождений. Поэтому, ребят, я как бы только за все это. Я хочу это сделать, но вопрос в том, что просто нету времени, нету сил. Я очень сильно устаю за день. Срочно делай клона. Ну, идея интересная. Надо будет... Опять нужно время. Да, для всего нужно время, а времени нет. У меня тоже не шибко его много на самом деле, но... У меня не все так тяжело, но на самом деле время затратно. Когда ты, например, лайнером чертишь уже тушью, да, работу, которую ты делаешь 10 часов, и у тебя косяк, и тебе все надо заново переделывать. Это так весело. Нет, ничего это не весело, это на самом деле ужасно, потому что тебе приходится все заново переделывать, это реально жестко. Когда что ты за хрень? Чертишь эти штуки. Ребята, извините, я вас расчленил. Блядь. У кого-то тут была мясная задница. Ну, он висит в воздухе. Тури... И у него я смотрю, у тебя дверь открылась, и там у тебя три задницы перед тобой. Выбирай, не хочу. Алекс, я буду стримить после Игромира, только когда приеду. Когда разберусь с учебой, с тем, что я пропущу. Вот. Потому что, ну когда? Опа, там кто-то есть, а мне... А, тут, блин, Алекс писал вот в ЛС, извини, я не сразу это увидел, то что на тему... О, боже. Секунду. Не оставь. Если уходит. Погоди, тут... А, вот он, подгорелый милаш. Кто там уходит? С кем попрощаться? Вот.
Так, ладно, в общем, по поводу таскания книги у себя за спиной в рюкзаке, там Алекс Котов писал, и то, что мышечный корсет, как у Арнольда, да скорее проблемы с позвоночником еще больше, чем есть, если честно. Вон, Руслан тебя, Маш, спрашивает, на кого ты там работаешь, учишься? Я учусь на архитектора. А работаю в принципе, промышляю таким, что можно быстро сделать и впихнуть за бабки. Потому что действительно то, как нас дрючит по архитектуре, это несравнимо долго делаешь работу, чем нежели учишь. Сергей Андреюшков, спасибо, что я здесь попотею. Спасибо. Я всегда знал, что вы верите в меня. Так, мне вообще куда-то туда, на эту хрень надо. Мне это не нравится, прям вот вообще. Да. Наш меня распитало самого. Распитало самого, да. Когда же будет Кастельвания третья, спрашивают тут. Ну... Меня просто именно в этот момент и распитало самого. Ну да. Алекс, нет, я думаю, вряд ли я буду строить города. Потому что это не то, что я хочу. Не то, чем я хотела бы заниматься в своей жизни. Вот. Но этому нас заставят учиться, да. Вот мы, например, сейчас проходим нормы построения дорожных магистралей, улиц и так далее. И нам даже препод по проектированию рассказывал, что даже на дипломных работах, да, когда делали диплом микрорайона, там народ сделал дороги по 3 метра шириной в обе стороны. Угу. Угу. Такие вот перлы выдают ребята. И это даже на 5-6 курсе. Перестреляем этих ребят. А, погодите, наверное, вот эту вот штуку надо замедлять-то. Я так думаю. Так, сначала есть должен еще один. Пишут. Да я уже вижу. Если именно по этой причине попал боль, то я понимаю. Если еще какая-то будет попал боль, то это печально. Да, Алекс, 3 метра ширины, чисто пешеходный центр города. Но вообще 3 метра ширины нужно, чтобы проехать одной машине в одну сторону. Одной машине в одну сторону. То есть, о чем там говорится? Полосы, чтобы проехать 3-6. Этот парень хочет обнимашек, он меня обнял так аккуратно. И улетает. В российских городах дома вообще непонятно, почему и по какому принципу строят, лично для меня. Потому что я даже хожу по свежезастроенным районам своего города, и я не понимаю, как это строили. Вот у меня почти такие же ощущения, когда я прохожу по новым районам. Вот мне понравилось сравнение с круглым куском дерьма. Вот я примерно так и думаю уже. Ты там факи показывал или что ты там сделал? Нет, это я сжимал кулаки. Ну, просто потому, ты что... кадр, который ты факи показывал. Зона невесомости. Камень из глины, да. Потом Бисмар сделает из глины человека. Мужика. Отнимет у него ребро и сделает женщину. Нет, нет, она же меня опять раздавит. Да как их замедлять-то, я не понял. Их как-то надо замедлять, а как? Говорят, гасить их с силового резака. Да, да, наверное, надо. Я вообще хотел сейчас просто пробежать мимо и все это сделать, но я так и не понял, как эту фигню замедлять-то, блин. Ой-ё. Месиво. Да не то слово. И они перестали давать кредиты. Что за сволочи? О, а у меня рендерится видео. 50% прорендерилось. Ник, спасибо. У меня действительно все получилось прям. Прям хорошо получилось, я знаю.
Алекс, ну... Ну, смотря, хочешь ли ты быть архитектором или нет, тогда достижение может иметь значение, а может и не иметь. Потому что ты так многими вещами интересуешься из разных областей, что даже не знаю. Ты на кого там учишься? Да он отучился уже давно, по-моему. Я отучился. Блин, на них два патрона из силового резака, надо офигеть. Стазис пули в которой части будет? Стазис пули в которой части будет? В смысле стазис поля? Ну тут вопрос. Это в этой части? Или в которой? Я не очень... Сейчас, погоди. Засечь тайминг не... Виктор пишет. Ну, попробую. Так, еще раз. А стазис поля это в какой части? Алексей, это ты уточни, потому что я не очень понял, если честно, про что, что за стазис поля. Гасите клубы удержателя, пишет тут. По астероиду не пробежишь. Клубы удержателя, это вон те штуки, ты имеешь в виду? Ну, написали в комментах. Я аж не проходил эту концовку. Ну, я как бы к зрителям обратился. Ведьмак Николас Кейдж. Это про меня. Это про меня. А, тут говорят, стазис поля во всех частях. Вот я тоже об этом подумала. У Айзека такая попа. Замедлить все... А, типа замедлить и вон ту, и вот это, да? Сейчас меня опять предают? Нет, они двигаются. Да они обалдели. Что-то они все равно двигаются. Может, ты недостаточно их стазишь? Застась их полностью. Сейчас и меня опять раздавят. Да. Я почти сделал, я даже выполнил задание. Гасите, держать. А, Алексей, не, вот этот стазис, он есть везде, он и здесь есть. Он с первой части же. Как раз таки. Только оно не стазисное поле, а просто стазис, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. А, все, я увидел. Спасибо. Сейчас зона сделаю. Зона невесомости. Да, расстреляешь эти дырки. Потом. Ага. Ох, ёперный. Ну, я понял. Ладно, спасибо, ребят. Спасибо большое. Ко мне какая-то женщина легкого поведения добавилась, друзья. Ужас. Один раз рад ВКонтакте. Ой, не то слово. Так, эта штука сдохла. Вон крутящаяся одна. Сейчас вторую еще вырубим. Айзек так прикольно бегает с пулеметом. Ну, у меня нет пулемета. Да, ну просто такая штука массивная, здесь рубак поднес. Это силовой резак называется. Так, ну, с маленького окошка не видно. Так как я не попадаю к тебе? Пипец. Привет, Роман. Добро пожаловать. Еще тебе говорят, что ты знаешь, что с вами Оби-Ван Кеноби. О, ну наконец-то всех перебил. Эта штука тоже не крутится. И мне говорят, вот в эти стрелять. Это не стреляет, она он замедляет планету вообще. Или погодите, или там еще что-то есть? Вроде уничтожено. Все, что можно. Руслан, спасибо за то, что я напоминаю. Не, погоди, почему Оби-Вана?
Оби-Ван был лысый. Может, ты имеешь в виду Квай-Гон Джина? Вот Квай-Гон Джина, да. Оби-Ван был лысый? Ну, по сравнению с Квай-Гоном, да. Ты что, Оби-Ван, он же этот... Потлатый как раз. Квай-Гон Джин. Ща. Нет, Оби-Ван Кеноби, он потлатый. У него еще борода такая была. Ну да. Ну да. Он никогда не был волосатым, потлатым. Вы чё, ребят? Максимум у него был небольшой хвост. Ну да, и там всё. Не сильно. Вот, вот Квай-Гон Джин, да. Вот Квай-Гон Джин, да. Вот Энакин, это я согласен. Потлатенький. Вот Квай-Гон, да. Ну, Энакин, нет, тоже так себе. А вот Квай-Гон, да. Да потлатенький, потлатенький, господи. А, ребят, я все равно не понял, если честно. Че именно долбать, потому что они все равно вращаются. Или может тут надо еще нажать вон какую-нибудь вон ту фигню? Так, тут строят выпуски. Весь четыре. Погодите, а что-то. Попробуй выйти в космос, пока эти штуки стоят. Говорят, там еще две таких. А, очень может быть, да, да, согласен. Сейчас попробуем. Блин, сейчас они вот переместятся по новой, и тогда сделаем. О нет, не было рекламы, пишет Лекс. Обновляй страницу еще раз. Нет, 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 меня убьют. А, Роман спрашивает, когда ты будешь снимать «Мертвый космос 3 Коп»? Мертвый космос коп первый, и второй. И второй. Да. Вполне логично. Чё, где? Какая скотина опять? А, ну это мелкие. Зона. Мне кажется, надо гифки делать с твоим выражением лица, это просто. Ну так всегда, пожалуйста. Да, ребят, вам есть чем заняться. Ребят, зарисовывайте, там, не знаю, гифки делайте, эти самые, как... Предупреждение. Груз 8772 освобожден да. от захватов. Не обуч... Зона. Так, я не знаю, оно бы там улетело, не улетело, эта штука, но я с нее слез. Так, эта штука крутится, нет? Она по-прежнему крутится, но это надо с другой стороны уже ставить бомбу, я так понимаю. Быстрее. Зона вакуума. Так, славненько. В общем, Роман, «Мертвый космос 3» будем снимать кооперативчик ровно тогда, когда допройдем первый и второй. А это будет не совсем скоро, да. Может, после Нового года даже. А если после не Нового позднее. Года будет Dark Souls. Да, после Нового Dark Souls. И если у нас получится, то мы, наверное, в кооперативчике. Если получится. Да. Вообще там, кстати, пока еще странности насчет этого самого. ПК версии, если честно. Странности? Я, кстати, а там не говорили просто, будет ли на ПК версия, про нее ничего не говорят, есть только вот консольная версия, и все. Не, ну это тогда вообще не прикольно будет. Я не переживу после Bloodborne еще и Dark Souls 3 на консоли. Откуда он достает этот маяк? Мы все прекрасно знаем, где наши герои хранят все жизненно важные предметы. Ой, помню, в свое время шутили про Лару Крофт из The Guardian of Light. Как она бомбы кидала из-под себя. Как курица на сетку. Ну это совсем уже. А где лицо девушки? Ну это надо звонить по скайпу и так далее. И вроде как лицо девушки будет... Ты не предлагала скайп, не надо я тут. Я предлагала. Нет. Говорила, что я могу найти веб. Ох, фак, какого фига, у сказал, меня включился ой, ну, принтер. Ой, надо в скайп выходить. Но это уже во время стрима, прошу прощения. Так что не в этот раз, ребят. Так, и какого фига? Видимо, слева надо. Ага, понял. Так, что ты на меня тут дышишь огнем? Прекращай. Лекс, у Лара Крофт вовсе не оттуда в Guardian of Light вытаскивала минки.
Ага, тут надо еще и на время бежать, офигеть. Замечательно. Все великолепно. Эта фигня еще туда топать. Бери генератор, тебе говорю. Да я уже взял. Сзади был. Да я понял, что он сзади был сзади. Сзади. В пятой точке. Да-да-да. Извините, что я так стебусь над орфографией, я просто немножко граммар нации. Ой, там интересный плакатик был, Your Safety, что-то там. Ну да. Алексей Веретенников, уже упоминали про мультик, по-моему, даже в первых где-то... Не-не-не, мелочь, иди. Какого фига? Да не, я на лифте вниз поехал. А буду ли я лифт снимать... Ну, сейчас вниз поеду. Фир, да, будем. На каком-нибудь из стримов обязательно будем. Ну, может, вообще, не все прохождение, да? Ну, может, и все. Там, в принципе, не ахти какой длинный, по-моему, если я правильно помню. Так, ну и какого фига? А, тут ключ, во, все. Пусть секреты Лары Крофт останутся секретами Лары Крофт. Все правильно. Ой. Так, сейчас надо разжиться всем, чем мы тут найдем. Растоптать всех, кого мы увидим. Я знаю, они здесь не будут оживать, но это надо сделать. Просто из принципа. В смысле, когда? Ну, когда народ выберет, ребят. Я по окончанию каждого прохождения на стриме собираюсь сделать, опять-таки, как вот с Dead Space, буду делать опрос, вы будете выбирать. Что чем быстрее проходить? Вы выберете Dead Space 2, тем быстрее мы пройдем Dead Space 2, и тем быстрее приступим к коопу Dead Space 3. Нет, Dead Space 2 не будет сразу после первого, уж простите. Груз 87-2 запущен. Во. Маяк запущен. Все нет, он, скорее всего, халкал. Четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Тут Алекс Котов правильно заметил, короче, то, что он прочитал впервые за час название стрима и рыдает. Потому что он, на удивление, тематично получился сейчас. Кстати, тот же камень был тоже камнем убийцы. Большой вот этот. Ну, в принципе, он уже и был. Да. Так, еще какая-нибудь зараза. Нет, третий не будет. Сначала будет второй Dead Space. Когда его не пройдет, тогда уже я подключусь с коопом третьего. Мы все поочередно будем, ребят. Да. Не торопитесь. И все зависит только от вас. Лекс правильно заметил, в МГС так бойцов с ноги можно будить. Как же Dead Space, который рельсовый шутер? Не будем. Все хотела в МГС поиграть, но, блин, времени вообще нет. Я Dragon Age не могу допройти. Это ужасно. Не, в смысле не бить культяпки? Они милые из-за того, что они вот... Их надо бить для того, чтобы они вот... Это все нормально. Их нужно бить. Для чего же они тогда были сделаны? Да. Чтобы ее бить. Роман и Ванюша, будь добр, пожалуйста, без спойлеров. Я понимаю, что игра старая, но спойлеры... Это плохо. В любом случае. Мы их не приветствуем на стримах, и поэтому, если что, на будущее, если это такое будет повторяться, то у нас в это в бан за это можно улететь. Ты уж прости. Ну, я из Ютуба удалила спойлер, а вот из твоего чатика, конечно, не удалила. Ну да. Ребята, спамьте, чтобы никто не увидел. Ох, ё. По бёдрышку.
Надеюсь, что мало не покажется. Да, знаешь, все-таки Айзек пожестче пинает. С учетом массы его сапог. И то, что они обиты металлом. Ну и тем более без жалости к людям. Точнее, к нелюдям. Они? Крутяк. Похоже на моего друга, когда он выпил 6 литров медовухи. Боже. Раз из 6 литров медовухи так распирает, он всего лишь 5%. Ну, у всех хотя разный порог. Как вообще можно выпить 6 литров? Ну, выпил, сходил, выпил, сходил. Вот 6 литров и выпиваешь. Ужас. Не, я не люблю медовуху. Так, общественная организация защиты культяпок. Вот так вот. Чуть-чуть здоровья себе апнем. И... А, вот, визуально поменялось. А то я только хотел сказать, и ничего не поменялось. Но оно поменялось. Поменялось? Да. Посмотрим. У Айзека стальные валенки. Именно. Плазменная энергия. Ой, еще полосочка загорелась. Надо еще купить плазменной энергии. Алекс, сейчас это будет пафосно, но у меня 6 плюс айфон. Вот. Откуда? Так уж вышло исторически. Не насосала, а подарили. Ну, можно и без грубости было. Да. Ну, ты уж так спросил. Я без намеков спрашивал. Ну, прости, я привыкла, что все с намеками так видят и спрашивают. Али пишет, тут есть некроморфы, состоящие из этих... Ой-ой-ой, слушай, это плохо. Это плохо, если они есть такие, ребята. А, так, погодите, я не продал еще одну штуку важную, чтобы у меня были денежки. Сейчас сделаем. У меня есть проводник же, полупроводник, его надо тоже продать. Ну, Лекс, я же его не покупал. Все-таки, в конце концов, так что... Ребят, сохраняйте, запоминайте тайминги, делайте хоть кубы, хоть что угодно с моим фейсом. Я только рад буду. Хоть нарезку сделайте из моих лиц там. Всяких таких вот. Я, в принципе, тоже буду только рад. Это прикольно. Даркрайдер у меня Nokia никогда не было. Откройте такой секрет. Лекс, да, вполне приятное ощущение, что уж. За такие-то деньги, чтобы были неприятные ощущения от пользования. Сергей Андреюшков, следующий стрим... Лучше всего зайди в группу ВК. Там закреплен пост наверху с расписанием. Также в описании к этому ролику написано расписание. Плюс, когда стрим офлайн, тоже висит расписание стримов. Оно, естественно, обновляется по мере того, как какие-то планы новые появляются и так далее. Лучше всего зайди в ВК. Там в первую очередь мы размещаем о каких-то новостях, связанных с изменением расписания или еще чего-то такого. Ты, кстати, опять плашечку забыл врубить со ссылочками. Так вот. Еще у тебя Ник Орлов хочет узнать, играл ли ты в Warframe. Вроде играл же, да? Warframe? Я играл, да. Я тоже играл, у меня даже там сколько-то часов набито. Там, причем прилично. Что я скажу? Дела пошли на лад. У нас нет военного корабля USM Вейла. Мадемуазель болтает. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Я потеряла в списке в Стиме, поэтому правда, не скажу. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Ян, говорят, хороший телефон. Какой Ян телефон? Ну тут просто так еще классики Nokia нету. Даже Ян хороший телефон. Мы ему передадим обязательно, что он хороший телефон. Интересно, кто там такой хитрый рычал?
Нет, я... мне это не нравится. Да нет, ты так не сможешь. Так, секундочку, мне тут пишут. Так, и напрямую побежали. Я надеюсь, сейчас никаких крокозябр не появится. Ох, Филипп взорвался. Я прям синхронно с ним все разговариваю. Я так... Повторю, у кого такой телефон был первый? Я уже не помню, очень старый какой-то Samsung. У меня тоже Samsung был первый. Так, кирпич старенький. Ну, у меня не кирпич был, он у меня это какой-то слайдер, они назывались. Ничего себе. Ну, слайдер у моей мамы был тогда. У меня такой кирпичик был. Я, в принципе, всегда любила телефоны кирпичи, они эти раскладушки, слайдеры, они, по-моему, всегда были такие. Вопрос в том, что у меня телефон появился достаточно поздно, из-за того, что, естественно, далеко не всем телефоны были доступны. У меня то есть, потом мне такой же чуть-чуть. Это ну вас их задница. Ты еще никто тебя не игнорировал, ты ничего не писал такого. Он мог написать, но ты не увидеть. Так, а, вот. Так чего, если я рассказик по дуэстам пишу, будете читать? Ну, напиши, скидывай в группу, в принципе. Почему нет? Так, погоди, еще раз. Ну, он говорит, что он рассказик по ДС хочет написать. А, так пиши, Гриш, естественно. Ну... Мы все это опубликуем потом. Через предложку ли можешь написать? Или можно обсуждение? Либо через меня прямо. Да. Не, он вот очень часто мне пишет, и через меня потом все это выкладываю. Да. Ну, Гриш, поэтому ты, пиши. Ты не один пишешь, как бы тут сразу... Пока мы разговариваем, народ что-то пишет, и сообщение вверх уезжает. Сложно все заметить. В смысле, я не могу вниз? В смысле, если я не что, могу? Если что, просто повторяю, нет. Потому Вижу, что... Связи открыто. Ну, но человеческий фактор. Всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Да-да-да, глаза купил, видеть не купил. Ну вот... Илья гладит там свои роскошные волосы. Одну секундочку, мне писали просто. Так, комбо Гриша. Да вроде бы у нас двое или трое только Гриш было. Чем больше народу, тем в принципе веселее, но тем тяжелее действительно контролировать вопросы. Я думаю, мы как-нибудь постепенно что-нибудь придумаем. Что с этим делать? Но пока, увы, и ах. Ох, ёперный. Так, я говорила ранее, что у меня есть только Black Mirror американский и Batman тихо переведенный. Из таких вот бумажных версий комиксов. Красный син. Дарк, ты очень клево порой пишешь слова. А, нет, 20 человек достаточно для того, чтобы спамить в чате. Достаточно быстро. Вот. Даже если не все из них пишут. Ты посмотри, сколько там Дарк Райдер пишет вообще. 4 комментария в минуту, в секунду. Порой еще быстрее. А в Доту 10 на 10, да, кстати, можно было бы как-нибудь сходить. Как раз... После Игромира, я думаю, что-нибудь такое после сделаем. После Игромира, когда я только приеду, да, на выходных каких-нибудь можно будет. Потому что, ну как это, в Доту без меня? Я в Экзате вообще тут самый топовый по Доте. Самый задрот, скажем так. Руслан спрашивает, как мы относимся к русской озвучке. Давай это я начну. Русская озвучка зачастую не... Секунду, тут просто...
из угла выползает такой чувак, я ему, ну, сразу просто сношу голову, а он такой, типа, я еще иду, я могу идти. По скрипту дальше просто полз. А, по поводу озвучки. Да, я это наблюдаю. В общем, по поводу озвучки. Фигня в том, что... Ох, ёперный, что это за фигня? Вот, а вот как раз это по поводу озвучки я и думаю. Ну, очень часто, да, по поводу озвучки такое бывает. Притом очень часто. Хотя, на самом-то деле, хорошая озвучка бывает. И очень часто, особенно в последнее время. Потому что, ну, всякие времена Фаргуса могут... уже прошли. Касательно ту группу людей, которых, видимо, нас и спросили, и мы все прекрасно понимаем, о ком мы говорим. Если про озвучку Доты, то не, нафиг. Да. Вот тут такое дело, что даже голоса у них нормальные, да? Даже если закрыть глаза на закосы под хохлов, горцев украинцев. И так далее. Украинцев. Вот. Неважно. Там именно был именно вот такой, понимаешь, похабный говор. Понимаешь, то есть там не украинский был, не чисто украинский, там был этот похабный, какой-то смешанный, непонятно. Ну, я была на Украине, я была на западной и восточной, у меня там родственники были, то есть я это все слышала, и когда я услышала то, что они сделали, это, ну, это другое, совершенно другое. Это не то, что представляет из себя украинский язык, да? Вот, и голоса у них хорошие. Но перевод полное говно. О чем вам говорили даже те, кто озвучивали? Да. Перевод, синтаксис, лексика. Навел сообщение. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! Это USG и Шимура. Это... Черт! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Не, Ник Орлов, мы ни в коем случае про политику не говорим. Я говорю про озвучку, то, что они с Луной сделали. Политику я здесь не трогаю. Я говорю про то, что язык совершенно другой они использовали. Не знаю, какой назвать. Да? Джакатус Фан, привет, кстати, тебе добро пожаловать на стрим. Отключен. Ремонтная вот, бригада незащищена. Не знаю, у них вот перевод, ну я как вот слушала 1500 часов, да, на английском, и со своим знанием английского хорошим, да, ну, конечно, там не супер-пупер разговорные, да, но то, что вот они герои говорят, я все прекрасно понимаю, слышу и помню их фразы. И то, что выдали господины переводчики, это совершенно другое, да? Они выдали от себятину. Они подумали, что они настолько хорошо знают персонажа, что они смогут выдать собственные фразы их. Что, конечно же, ну, не так уж правильно, мне кажется. Они потеряли из этого характер многих персонажей. А порой даже многие фразы вообще не сочетались с лором персонажей, как касательно вот второй Доты. Это, не знаю, глупости творят, глупости в основном. Ну, субтитры, согласен, они порой неплохо переводили раньше Фаргус и прочее, это да. Но в остальном не очень хорошо. Тут вот Олег, кстати, Рамазанов пишет, что в плане сайт 2. И, кстати, как вариант, тоже неплохо, на самом деле. Тоже неплохо. Вот, но не факт, что у многих он, к примеру, спокойненько пойдет. То есть там игрушка относительно требовательная. Хотя, зона может, если народ не сильно парится о графончике, то, в принципе, тогда, наверное, все норм. Да, нужно просто как-то собраться, чтобы народ пришел, все-таки удобно было. Хотя у нас порой расписание пожестче, на самом деле. Мы должны вместе какой-то игру с подписчиками отправить. Может, даже онлайновую, постримить ее. Не знаю. Хотя это, скорее всего, будет просто гул сплошной. Ну, там посмотрим, придумаем. Хотя мы вот в Сэма играли, вполне нормально было, пока у меня он не вылетел и не захотел подключаться заново.
Ну, там вообще вопрос интересный, из-за чего он вдруг начал дропаться. Не знаю, ну да, мы вот как раз играли, у меня просто не захотел просто подключать, сказал, ой, все. Да не, у многих там стало в какой-то момент лагать очень сильно. И без понятия, из-за чего, если честно. А, Гриша, да, вот поэтому из-за переводов я уже давно не смотрю в русском переводе ничего. Максимум, что иногда бывает, субтитры включаю. Вот, когда там акцент какой-нибудь такой, ну, сложно еще для моего понимания, да. Там, а так я вот все смотрю в оригинале, стараюсь. Но единственный переводчик, который мне нравится, это все-таки Кураж Бомбей. Вот. Это единственный такой, кто доставил меня. Тут, вот, кстати, сказали про РК. Ребят, у нас есть TeamSpeak. РК мы давно уже как бы забросили, потому что это фигня лагучая и никак не связана. Это неконтролируемая с нашей стороны. Вот поэтому мы перешли на TeamSpeak. На TeamSpeak и к zanimateam.ru. Ссылка есть в описании. В описании тоже, да. Заходите, я там порой бываю, зазываю всех в Доту, но никто со мной не идет играть в Доту. Да, в конце концов, просто даже там приходите, посидите. Наверняка периодически будет народ появляться. Куда-нибудь кого-нибудь да зазовете. Ну, теоретически, как минимум. Ой, Гриша, ну, повышать свой уровень английского ты можешь только сам. Посмотря фильмы на английском, в принципе, почему бы и нет? Фильмы, да. Книги, литература и много-много чего. Те же смотреть. Там я в свое время посмотрела все диснеевские прошлого века мультики и при этом знатно апнулся мой левел. Много запоминаешь там и с песнями, и с фразами. То есть, ну, просто надо смотреть, слушать, разговаривать. Ой. Да, меня давно там не было, у меня много-много дел. Я еще собираюсь в Москву, вот, поэтому... Да, Олег, к сожалению, там чаще всего Нео и Карл. Но вопрос в том, что все от вас, ребят, зависит, а не от кого-то другого. Да. Если вы хотите, чтобы кто-то там приходил, и вы бы кого-нибудь звали играть, ну так сидите действительно. Потому что в большинстве своем же все это сводится к чему? Народ приходит... такой смотрит, блин, никого нету, я пошел. Там, а через полчаса взял, еще кто-то появился, тоже зашел, посмотрел, блин, нет никого, я тоже пошел. Как бы, в чем проблема там, к примеру, держать его активным? Он же вам никто не мешает, просто выключите в конце говорит концов. Говорит USM Вейлор, вызываю USG и Шимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Продолжаем. А, нет. Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор, ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт. Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Суровая какая дамочка, однако. Я тут начинала. А, про Сэндмана. Нет, я вообще не читала, но знаю, что вокруг него большой ажиотаж. Автором Killing Joke был Алан Мур вместе с Брайан Боландом. Вот. И даже Тим Бёртон сказал, что это его любимый комикс. Тут еще хорошо написал Алекс правильно, что даже комнату для танков и для тундры сделали. Поэтому, ребят, если играете в это, то тоже приходите. Если нет комнаты тоже вашей любимой игры, там... Господи, напишите мне прямо. Маше или мне пишите, сделаем. Вообще без вопросов. У меня вообще в ЛС ВКонтакте открыто, поэтому пишите мне, там Алекс Котов пару пишет. Да, аналогично. Алекс, в смысле, а зачем плашка 18+?
А, ну, это к Маше в большей степени по поводу мата. Ой, все. Так уж много я и... Тварь еще жива, блин. Она меня сейчас убьет, блин. А, нет. Я ее перепинал. К счастью. К счастью, я ее перепинал. Тут сохранка есть. Блин, магазинчика нету. Ты ее допинать не мог, боже. Жесткие штуки. Из пушки стрелять по этой ерунде, но по кораблю не стреляй, бесполезно. Окей. Я постараюсь это запомнить. Так, по какому пути я хотел-то пойти? Давайте вот по верхнему пойдем. Нам, в принципе, только урон чисто нужен. А давай ты сменишь костюм. Зачем? Будешь модником. Не знаю, весело. У меня и так по последнему писку моды костюмчик одет на Айзике. Ну ладно. Чё со звуком и видео? Всё в порядке? А что не так-то? А, всё в порядке. Я всё слушаю, всё в порядке. А, блин, мне что-то не сюда даже, а куда мне? А, мне в лифт тут сюда, который закрыт был. А, Гриш, ну так вышло, да. Да, я не леди. Это всё... Годы в физмате, годы черчения и годы дотки. Аня, я очень рад, что я так хорошо способствую твоему образованию. Комплексные числа и дифуры — это... Да, ты очень хотел и дифурчики разобрать, так что, в принципе, разбирайся. У нас сколько? Еще полчасика есть. Успеешь? Дифурчиками заняться. Офиг ли она сама открылась, я не понял. Ну ладно. Ой. Как хорошо, что у меня, хоть я и на архитектуре, но жесткой математики нет. Возрадуйся. Возрадуюсь, она меня, ну, поднадоела за 4 года такой. Жесткой математики у тебя все равно не было. Все равно не было, но... Это ну, как? Не жалуйся тут, не жалуйся. Ой-ой-ой-ой. Не жалуйся, у тебя не было жесткой математики. Ну, знаешь, для школьников она была жесткая. Хотя, когда мы в Энергет пришли, нам дали какой-то там курс, мы тоже офигели. Не, Ник, я не буду объяснять про логарифмы, тем более прямо сейчас. Включено вручное управление. Да, в смысле физика? Ох, ёперный, что это? Ага, все понял, про какую штуку ты говорил до этого. Офигеть. Скотов мягкой математики не бывает в принципе. Так, сейчас, погодите, я отвечу на комментарии по поводу... Математика не очень люблю, лучше физика, химия. Извини меня, если ты будешь заниматься физикой, тебе понадобится математика, и достаточно жесткая. Да, там все сразу понадобится. Там даже у нас... Ну, конечно, не настолько жесткая, но математика необходима будет. Русская душа, добро пожаловать на стрим. Леди... Ну, пускай леди, да, я думаю, она не обидится. Леди зовут Маша, также ее кличут Вагдум. Я вроде правильно, да, эти ударения ставлю? А то я периодически забываю, ты уж прости. Да? Маша. Маш. Маша у нас поехала. Ну, в общем, ее зовут Маша, она же Вагдум. Может, у нее кто-то там резко залетел. Да, я тут залетели, да, тут просто такие... Вот по поводу логарифмов, если кратенько, можете спросить вот у Анны Куклиной, которая в комментариях. Я думаю, она тебе объяснит. Ох, ё. Ага, понял, что это такое. Не, я сейчас умру тут. Такими темпами. Ага, минус
одна фигня. Внимание! Целостность корпуса ниже 50%. Да ладно, спасибо, я знаю, что ниже 50%. Я сейчас умру? Не? Не, живой. А, да. Целостность корпуса критическая. Сейчас я должен эту фигню пройти. Я прошел эту фигню. Простите, что так. Просто тут у меня была проблема с сумками. Не, не. Ну как, мне. Тут сценка. Не открывайте спасательную капсулу. USM Вейла, это Кендра Дэниелс, бота USG Шимура, прием. Не открывайте капсулу. Черт, ответьте же! Какого черта они открыли капсулу? Черт! Они летят прямо на нас. Айс, Айзек, убирайся оттуда! Алекс, вот ты говоришь, что это адовый способ решения уравнений в виде, но... А, блин, опять сценка. Ну, а сейчас. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. А он жив. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего яйца. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать себя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Занесу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в большом море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. В общем, Алекс, вот ты говоришь, вот это примерно похоже, мы это сократим, и вот, ну, это очень мало, поэтому просто отбросим. По сути, это и есть математика, просто с некоторыми допущениями. То есть мы предполагаем, что у нас есть некая погрешность, и в пределах этой самой погрешности мы имеем право там сокращать что-то и так далее. Это математика, это не физика. То есть погрешность, вот, погрешность. Да, это математика, просто математика с погрешностями. Да, я тут говорила про свой АФК неожиданный, просто тут мне сумку принесли. Там, я начала собираться на Игромир, оказалось, что у меня нет сумки, в которой все везти. Чтобы вести все в маленькой сумке, вещей слишком много, а чтобы вести все в большой сумке, вещей слишком мало. Поэтому тут меня внезапно дёрнули по поводу: а эта сумка тебе подойдет? А точно? А может все-таки подойдет? И, ну, вы поняли. Ой, ну нафиг эту мелочь засранскую. Я вас не знаю, ребят. Сексизм и расизм. Меня это относительно радует комментарий Алии, то, что якобы вот негр — это самый нормальный персонаж. Я не соглашусь, мне этот темнокожий парень не нравится вообще никак. По какой причине?
Ну, как сказать, потому что он меня жутко раздражал в самом начале. Сейчас, может быть, он будет немножечко другим, я надеюсь на это. Но если он будет меня так же раздражать, как в первой части игры, я не знаю. Ну, имеется в виду в первой половине. Когда он еще командовал, там, все раздавал, то он меня жутко бесил. Ник Орлов, ты уже, по-моему, третий раз пишешь про 6 литров медовухи и 3 литра водки. А, по поводу лучше предмет в школе обществознания, не знаю, я любил геометрию. О, я тоже любил. Ее очень любил. Я не чертал очень любила. И сейчас ее люблю. Мозги крутят только так. Летай. Ох, боже. Ну, кстати, ребят, не пропустите завтра новый видосик. Угу, угу. Вот как бы компенсация, что я не буду завтра стримить, а завтра кину видосик на YouTube. Ну, завтра не только от Маши будет видосик так-то. Завтра еще будет прохождение, еще одно. Я же обещал вам Сому, так что завтра она и будет как раз. Правда, вместо МГСа я не успеваю. Я потому что не успеваю много снимать, к сожалению. Вот, но, тем не менее, Сома будет. И плюс вот от Маши маленький сюрпризик. Пять литров чая в октябре, Лекс, это не к нам. Это к Насте. Я не знаю, почему она там как-то настолько занята, что она не может стримчики иногда проводить. Ну, вопрос к ней. Мы не будем ничего судить, ничего говорить, это конкретно к ней. К сожалению, мы с ней, скажем так, все равно не сильно часто общаемся. Поэтому к ней в основном все вопросы. Все равно. Да, я когда приеду с Громира, может, что-нибудь по реквестам постримлю, как я буду красить свой доспех под металл. Посмотрим, как оно будет. Слушайте, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, пятый уровень защитного костюма будет или нет? То есть я могу сейчас тратить свои 40 тысяч кредитов или нет? Ну, я вижу у тех... А, вот, уже 40, ничего себе. Это пятый уровень защиты костюма, он у тебя поменяется, костюм, или нет? Да, они визуально отличаются друг от друга с каждым уровнем. Там больше полосочек появляется. Давай апай. Нет у меня схемы. Я поэтому у народа и спрашиваю, будет ли она. Нет, Алекс, кота красить мы не будем. Он слишком красив и так. Может, кто хочет посмотреть фотки моего кота, может заходить в мой инстаграм. Закажи на эти 40к женщин вина и устроить дебош за Бина и Шимуру. Если бы я мог эти 40 тысяч вывести в реальную жизнь, я бы никаких женщин не заказывал, как и вина. Но вот что-нибудь хорошее я бы, наверное, сделал. Не а в гордом одиночестве. А мне бы вина заказал и женщин? Тебе вина и женщин? Нет, ты сама должна заработать. Ну и все. Даже 6-й уровень будет, да, говорите? Ну, давайте немножечко плазменной энергии закупим. Вот. И я вот думаю по поводу силового узла. Один взять или два? Один. Давайте два возьму, и у нас еще 10 тысяч есть. Я надеюсь, что верстак где-нибудь рядом будет, я не помню, потому что где он? Опять что ли какой-то? Ох, нет, красить кота... Чёрт, что-то не видно. О, Фес, привет, ты мне так и не ответил ВКонтакте. Ответь, пожалуйста, потому что... Фес, привет, да. Потому что я так и не отправлю то, что я тебе должна отправить. И, скорее всего, я не отправлю до того момента, как я не приеду с Игромира. Потому что завтра я, видимо, уже не успею. Пятый 660 тысяч стоит, офигеть. Это сурово. Только что пожалел, что потратил бабки. Нет, я еще накоплю явно. Вопрос в том, просто насколько быстро я найду эту схему.
У нас еще осталось минут 20 до конца стрельбы. Ох, ёперный. Рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Айза, против Ишимуры. Фига себе. В странице в Инстаграме есть мои группы. Никакого сигнала от Никса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Найдешь ее там. Там по группам пробей. Вот. И найдешь. Спокойной ночи, Валера Логинов. Спасибо, что был на стриме. Шестой уровень брони можно получить, начав новую игру после полного прохождения. Все бонусы и снаряжения от прошлого прохождения останутся. Зайдя в первый попавшийся магазин, можно приобрести броню. А, окей, значит, то есть, ну, мы сможем только пятый получить. Ну ладно, это в принципе тоже неплохо. Пока-пока, Виктор. Я уже заговариваюсь. Спокойно, Виктор. Спасибо, да, что был на стриме. Дарк, я так полагаю, это значит, что сила стремится к чему-то? Вопрос, на самом деле, довольно странный, потому что... Да. Смотря в каком именно виде ты это записываешь, это может быть перенос из одного пространства в другое, это может быть, соответственно, оператором, это может быть силой, это может быть вектором. Ну да, кстати, это может быть чем угодно, в принципе. О, у Алекса реклама первая за вечер. Уж что это зеленая фигня такая. Зона невесомости. Айзек, удар. Да, это тенстак мой. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивны, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть. Очень много котов. Ну, я хотя бы знаю, что мне теперь нужно делать. F равно фигня. Сила равна чему-то. Главный вопрос. В чем сила, брат? Во втором законе термодинамики, брат. Да-да-да-да. Ну и заодно это. Во втором законе этого. Как его? Ньютона. Радиоактивные материалы удалены. Да во всех трех. Не такие клевые светящиеся. Радиоактивные материалы удалены. Вот бы такие во двор поставить, да? Угу. Такого же размера, да? Угу. Ох, ё, чё произошло? Кто меня глянул? Радиоактивные материалы удалены. Вон ты где. Вот с одной стороны, на самом деле, очень круто, что космос здесь так работает, что тишина полнейшая. И не слышно, что там кто-то сзади подкрался, там и так далее. Это клево. Безумно клево, но, блин, это напрягает. Ну так это же хоррор. Я бы не сказал, на самом деле, что это хоррор. Ну да, я бы тоже. Не, ну это триллер, как бы штука... Не, это не триллер, не. Не, блин, на триллер не смахивает. В принципе, это можно назвать ужастиком, но это больше такой экшеновый ужастик, скажем так. Ну, напряжение держит изрядно тогда. Люди, это чё-то не ебы. Радиоактивные материалы удалены. Кто бы мне плойку четвертую подарил, да? Мечты, это не вредно. Так, я вроде бы все шарики-то удалил, где я ещё? Сила либо в ньютонах, либо в деньгах. Тоже верно. Ну, смотря тоже какая, раз уж на то пошла сила. Не, ну я, например, наблюдала, как вот мои бывшие одноклассники с параллели поступили в именитые вузы в Москве, не имея при этом особо интеллектуальных способностей, но имея большой кошелек. Поэтому что ж тут говорить. В деньгах сила, конечно, есть большая. Мы не про это, конечно, ну да ладно. Продам PS2. Dark Rider, не продавай, пришли мне. Просто пришли мне, серьезно. Я что-нибудь устрою с этим. Вот прям вот гарантирую.
Я на полном серьезе говорю. Лучше просто пришли мне. Серьезно. Просто а пришли может, мне. Он блефует. Может, он хочет просто узнать твой адрес, приехать за тобой и взять тебя в заложники. Удачи ему. Боже, регенерат, походу. Генерат, походу? Регенерат. А, регенерат. Дарк, я не понял, в каком плане ты так это... Не знаю, поумничал, нет, что это знак такой физической величины, как сила F. Я тебе открою секрет. Силу можно обозначить хоть буквой А, хоть буквой С. То, что чаще всего принято обозначать буквой F, это да. Ну, чаще всего встречается. Солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. А, не Карлов, есть желтые арбузы. Делай их быстрыми. Очень быстрыми. Это даже целый сорт. Так, погодите, это не регенерирующийся, но просто очень быстрый какой-то чувак, и я умудрился по нему попасть. Ну ха-ха. В смысле, ну-ну, ты разговариваешь с математиком, чувак. Я тебе как математик заявляю. Все что угодно можно обозначать как угодно. Вопрос в удобстве. Ну и в общепринятости, да. Да и в общепринятости тоже не критично, на самом деле. Потому что в конце на концов. Язык критично. Да нет, просто в определенной ситуации у тебя получится так, что у тебя действующих сил на объект просто фигово тонна. Да. Вот, там и все обозначать через F, как это да. Ты задолбаешься, поэтому. Там их куча, кстати, обозначений разных сил, и не только F. Там. Даже скорость не всегда V обозначается, она обозначается еще и всякими фими. Ой, ну, фи и. Фи это углы обычно. Ну, угловая скорость, там большая такая. Это омега уже. Нет, не омега. Омега. Угловая скорость омега. Это омега. Вполне вероятно. Ну, я не буду спорить, потому что я ее давно не учила, эту физику. Но к тому, что там у одной из скоростей, я помню, что там этих букв штук. Ну, штук 6-7 я встретила за год. До последнего. Вот. А сколько их до этого было там вообще? Я извиняюсь, но тут что-то толпа этих быстреньких ребят напала, и что-то как-то они не очень быстрые. А, знак силы, доллар. В общем, что-то эти ребята не очень. Я думал, они будут опасней. Если честно. Во, вон Аня правильно тоже говорит. То, что F-стрелка очень часто... Ну, по крайней мере, потому что... Чем мы занимаемся чаще всего на парах, там, по нашим предметам, вот, то это как раз оператор. Сделай нас единым. Хоу. Мадемуазель опять появляется. У меня только что нога прошла через ящик, не сломав его. Брутальная нога. Нет, брутальный ящик скорее. Если честно. Что он не ломается от этого. Ну да, там этот костюм, вероятно, весит килограмм 60. Если не больше. Чёртов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Рубль сейчас никак не похож на знак силы. Извините меня за эту шутку, но... Но это не шутка. Да, это не шутка. Как бы грустно ни было, это не шутка. Знаете, ребят, давайте, наверное, пожалуй, на этом сейчас закончим. По причине того, что я все-таки ужасно уставший и не выспавшийся, если честно. Я не знаю, заметно по моей роже это или нет, но это действительно так. Вот, я думаю, что, наверное, все-таки пора заканчивать. И без понятия, что нас там ждет, но об этом, я думаю, мы узнаем уже в среду. Это да, меня уже я не смогу посмотреть, меня не будет. Может, я буду постить в группу кучу всяких фоточек интересных.
с Громира. Там если вдруг кто все-таки поедет на Громир, увидит меня, подбегайте, не стесняйтесь. Не Карлов, обозначайтесь как приказ, какие-то вещи-то не стоит. Просто пожелай спокойной ночи, это будет куда лучше. Да. Потому что, тем более еще, если уж в шутку это переводить еще. А, вообще-то у нас есть некая секта в пантеоне, которой, точнее, в иерархии которой я являюсь верховным божеством. А Маша у нас верховная жрица, да, если я правильно помню? Да, я все еще держу в рабстве. Да. Всяких сектанток дев... Яна. Да, Ян тогда нам не дал Bloodborne, поэтому все сектантки у Маши. Поэтому, что это тут смеешь мне приказывать? В общем, ладно, ребят, всем спасибо, что были на стриме. Всем тогда я желаю удачи и пока. Пока-пока. Кнопку нажал?